За прошедшую неделю на территории республики произошло 24 аварии. В ДТП погибли 5 человек, более 30 получили ранения, среди которых и маленький ребенок. Об этом сообщает госавтоинспекция региона. ГИБДД в очередной раз призывает граждан соблюдать правила дорожного движения. Дальнобойщик из Дагестана не может выбраться из кювета в Хабаровском крае. Водитель не справился с управлением грузовика и съехал в кювет. ДТП произошло около села Богородское. Водитель уже 2 недели находится в грузовике. Дело в том, что местный МЧС не располагает необходимой техникой для помощи дагестанцу. Сейчас этим вопросом занимается Минтранс Хабаровского края. Рыбу на 100 тысяч рублей незаконно выловили в Дагестане. Действия нарушителей пресекли сотрудники Махачкалинского линейного управления МВД России на транспорте. По данным ведомства, 2 рыбаков поймали с поличным на территории морского порта Махачкалы. В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело. 16 ноября сертификат о вакцинации от COVID-19 вместе с QR-кодом можно будет получить в бумажном виде. Об этом сообщил глава правительства Михаил Мишустин. Для получения документа нужно будет обратиться в МФЦ. Он автоматически отображается на портале госуслуг. Если вакцинированный не зарегистрирован на портале, то в МФЦ можно пройти регистрацию, либо подтвердить учетную запись на госуслугах.